Всем привет! Ну, у нас вовсю уже весна, зимы как будто и не бывало, все цветет, и, конечно, хочу вместе с вами порадоваться, показать свою красоту. Зацвели все орхидеи у меня, ну, еще некоторые растения, покажу вам. Смотрите, какая красота! 11 цветочков. 11, это что-то вообще. Просто налюбоваться не могу. Такая нежность. Сейчас пойдемте посмотрим, что у меня творится на подоконнике. Посмотрите. Какая красота! Все орхидеи выпустили цветоносы. Можно сказать, в унисон цветут. Сейчас я каждую покажу вам. Такая красота! Здесь у меня есть в моей коллекции и ароматные орхидеи. Вот это, кстати, мультифлора ароматная. Два цветоноса. Но эти тоже красавицы. Белые. Очень шикарно смотрится. Причем очень долго держит свои распустившиеся цветочки. Бабочка ароматная, пахнет. Это тоже орхидеи из парфюмерной фабрики. Ароматит просто обалденно. Ну и здесь тоже в бутонах. Просто некоторые у меня еще есть, один подоконник с орхидеями. Но там еще пока что просто цветоносы еще не распустились. Как только распустятся, я вам тоже сниму второй мой подоконник. Красавицы мои! Очень эффектно смотрится. Такое красивое окно. Ну и покажу своего декабриста, хоть на дворе совсем не декабрь, но мы решили зацвести, да еще как, весь в бутонах. Очень красиво цветет, хотя довольно таки простое растение. Но смотрится очень даже красиво. Нежный такой цвет еще вообще. Ну, сниму еще, покажу. У меня сейчас зацвела мурая. На ней и ягодки. Одновременно появляются цветы. Аромат тоже такой стоит на всю комнату.
Ну вот мои еще орхидейки. Там один цветочек распустился, но у нее еще очень... Два цветоноса еще у нее там проснулись. Мура это вообще такая большая уже достаточно. А, ну да, совсем забыла. Вот здесь орхидейка тоже у меня белая. Тоже цветем. Я вот вышла на балкон. Здесь у меня камелия. Ну вот красная тоже вроде бутоны набрала. Здесь кроссандра. Ну и здесь у меня, хочу показать вам, гиацинт завалился такой большой, мальчишка упал, не может выдержать своего веса, толстенький, крупный такой. Ну и здесь у меня белая камелия. Ну, все растения, в принципе, хорошо себя чувствуют. Здесь у меня новиночка, плюмерия белая. У меня просто в коллекции есть розовая, а это белая. Так хорошо. Активный рост такой у нее пошел. Это мне моя подруга из Москвы прислала такой мне подарочек. Вот такое пополнение у нас. Котенок, мальчишка Баул, копия мамочка. Мамочка как раз тут. Хотела вначале продать, ну вот сейчас с нами остался. Хорошие такие детки. Сейчас еще одного богатыря покажу. Ну, ему вот Балу 6 месяцев сейчас, но он довольно-таки крупненький котик, ласковый, но не хочет он сидеть, не хочет, не хочет сидеть, покажись. Ну, это такой вот богатырь, мы его называем Арсентий Петрович, весим 6 килограмм, нам годик, такой. Хвост красивый, очень. И сам он такой прикольный, да, Арсентий? Обогнал папу вообще. Самый большой в нашей семье. Всем пока, увидимся в следующем видео.